один недавно взял взятку. И где же он теперь? На Мальдивах! Куда жизнь загнала? Желаете обогатиться? Сдам комнату двум молодым девушкам. Трем не сдам, возраст не тот. Эти люди обеспечат вас самыми дорогими удовольствиями. 8 дней, 12 ночей. Просто такие ночи были, что я не все дни запомнила. Я же хожу на аргентинское танго. Лам-пам-пам-пам. Все думают, что это страсть, а это радикулит. Юморина. Премьера в пятницу в 21:00 на канале «Россия».